Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Латус, я продолжаю играть в Сома. Так, ну что ж, добрались мы до Тау, давай. Доступ включен, закрывать все. Окей. Двигайся, она быстро закрылась. Мы наконец-то добрались до Тау. Вкратце, до Тау дошло, походу, только два человека. Это Рос и Глосс. Глаз. Ну, либо кто-то из них один точно должен подойти. Поэтому есть даже шанс, что здесь есть кто-то живой. Микро шанс, но у нас уже есть. Здесь, короче, за поверхностью станции одной рыбки. Просто огромные рыбы, гигантские рыбища. Пропитанные Нью. О! Фигайся, она еще с обратным реверсом вверх. Да. Let's find the ark. Идем в ковчег. Давай найдем. Так. Ага. Мы можем типа здесь оставить свой костюм и. Быть обычный или что? Все закрыто. Welcome to Tau. What's left of it? Are you guys all right? What happened here? We ran out of real food long ago. People have been getting sick. Haven't heard from anyone in months. No shit. They all think you're dead down here. Some failed evac story circulating at Omicron. Oh, God. Listen, son. We're on an important mission, and we need your help to operate the Omega space gun. When it's done, we can all head back up the plateau. But now we need to get moving. Of course. Head on through to the habitat. We shut off the front section to preserve power. All right. See you soon. Какие все матерые мужики, прям вообще ничего не боятся, то есть. Прям типа миссия есть, надо выполнить. Прям вот до последнего. Так, окей. Сейчас этой штукой можно сделать. Статус костюма. Потерян, работает Тау. Ага. Ага, ага. Запахло жареным, ребят, прям запахло жареным. Один костюм кто-то снял, и он работает. Пожалуйста, будь адекватным чуваком. Не убивай меня. Так, килка пока что не нужна. Убирай давление, откройте дверь. Какой шлюз, какое давление? Я сваливаю. Так. Здесь еще один робот находится. Отлично. Ага. Нет, щиток не открывается. С тобой нельзя поговорить, робот. Печально, но есть компьютер. Мы находимся здесь. И там еще куча всяких арен. Ну, точнее, комната. Все такое целенькое еще на самом деле. Ага. Целенькое закончилось. Пошло все разрушенное. Но Нью опять тащит все. До последнего. Хотя, может, он самой это все ломает, хрен его знает. Ага. Ну, могли пройти просто по прямой, но мы пошли красивым путем. Здесь какая-то супер дверь. С кучей замков. Реверсные замки. Они выкручиваются со стены. Сейчас, скорее всего, в оборот реверс. Да, будет оборот. Да, это. Ну это совершенно замок. Просто это, его открыть невозможно. Если он не работает, его нельзя открыть никак. У него 6, сколько там, штук 8 распорок и еще слэп. Воу. Вот сейчас не понял. Тихо. Вот там что, машинка играет? Или что он крутит? О! Идет к нам.
Какая-то хрень. Это, походу, тот самый костюм. Я, блин, думал насчет того, как он будет работать. Хорошо или плохо? Ну, просто так сидеть нельзя, тоже надо что-то делать. Только что. Может, там стоит просто по центру. А, уже нет. Окей. С фонарем. А, это старая добрая хрень. Иди отсюда. Кыш, 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 кыш. Она с нами что ли бежит или что? Что за хрень такая? О, здорово, костюмчик. Классный костюм, братан. Шикарный. А слабо оттуда выйти? О! Потерянный бегает. Так. Прикольно. Тихо. Меня здесь нету. Спокойненько, спокойненько. Костюмчик переросток. Зараза, как же так обойти, да? Блин, узкое помещение, я не могу его обойти никак. Он к нам бежит, да? Здорово, пока. Сорян, друг, сорян. О, хорош, как же он шлепает-то ногами, а? Да будет свет. Здорово. О, бежал. Догнал. Ух ты, костра красивая. Козёл, хрена. Задолбал меня бить. Закрывай, закрывай, закрывай. Пока. Пока, урод. Чёрт, там где его костюм? Так. Он за нами что ли идет? Козёл. Хилочка, хилочка. Быстрее, 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 хиляйся. Здорово. А, затылок, вот урод. Да, хилка сработала как надо. У каждого монстра есть своя фишка. Я не могу понять этого чувака фишку. Просто, получается, у него есть все. Так, напряжение. Питание вырублено. Интерком, диспетчер, вызов. Anyone there? Not in the mood to talk to robots. No offense. Ну, классно. Классно. Мы дозвонились, думаю, что мы робот. Зашибись. Вот это ништяк, я понимаю. Нам нужно попасть в лазарет. 100%. Там есть чувак живой. Это жесть.
слева. А. Да хотел вообще уйти, не понимаю. А здесь стекло, блин. Ай-яй, ай-яй. Нам жопа, нам жопа, нам жопа. Паника, 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 паника. Зараза, а не робот. Здорово. Хорош. Так, добрались до какой-то дверки непонятной. Открывайся быстрее, пожалуйста, 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 пожалуйста. Короче, как я понял, ребят, этот монстр... Быстрее, быстрее, умоляйте. Этот монстрюга любит свет. Он с помощью света может было манипулировать его. Там вообще в каждой комнате было, типа, врубим, ну, можно было врубать свет, врубать свет. Так, окей. Окей, окей, прошли какой-то еще один зал. Быстрее, быстрее, быстрее. Нельзя стоять на месте. Так. Лестница, окей, наверх. Сразу валим, валим, валим. Надеюсь, он не обеет лазить в поверхности. Ну, такая тушь, блядь, на этот залезет. Воу-воу-воу, опять какие-то люки. Так, добрались куда-то, не ясно куда. Эта тварь, похоже, снизу нас будет. И нам нужно опять не спускаться, это просто жесть. Так. И что я сделал? А, закрыл с собой ход. Окей. Сорвался. Бывает. Здесь невысоко. Так, коридоры, коридоры. Закрывай, закрывай с собой. Где-то хер не особо останавливает. О, сейф, наконец-таки. Господи, эти мучения. Я спят... до меня только доперло пораньше, что снизу можно вырубать, вырубать свет. Под каждой комнатой. О, отлично. Отлично. Здесь даже вроде как спокойно. Надо хернуться. Давай, давай, дружище. Вот это путешествие, я понимаю. Рос, здесь ничего нету. Братан, хрен знает. Я проверил. Так. Воу-воу-воу. Так, здесь у нас что-то, контейнер. Но там пусто. Как же нас ломать, просто пожить. Офигенно. Парень так умер, походу, от голода. Помнишь, я говорил, Рост, у них кончилась уже еда? И некоторые просто... Ну, это самое нормальное, типа, когда у тебя начинается голодание жуткое. Ух ты. Типа, ты умираешь просто во сне от голода. Да, есть такая хрень. Сейчас, братан, я с тобой свяжусь. Я узнаю, кто ты. Опа. За тобой очень интересная штучка лежит. Да ладно. Can we do anything for him? No. We're out of sedatives. If we had a gun, this would be the time to pull it out. Did not expect it to end like this. Should have jumped the climber back to Omicron. Without the Ark? Forget about the Ark. No, you don't get to say that. It's the only thing left of value. You know that. Yeah, yeah. Promise you won't leave it behind. Well, I'll be dead one day. Then what? Well, better keep it safe until then. Don't want the WoW to take it, swallow it whole. I'm sorry, Catherine. It's okay, Ian. Just let it out. Let it all out. Так, окей. Кэтрин здесь была, с ней разговаривали. Она добралась до станции. Замечательно. Супер. Опа. А здесь робот. Ага, ноги двигаются. Здорово, братан. Эта тварь поглощает все трупы даже сквозь стену. Супер. Так. Еще какой-то трупак схаванный полностью.
О, у нас такой же, такая же рука нашего костюма. Блин, узнать, кто ты такой был. Кто ты такой? Не могу с ним поговорить, а жалко. Я бы очень хотел. Скорее всего, он что-то знает. Йохан Росс, закрыто. Конечно! Самое интересное закрыто всегда. Ну и станция, блин. Не, комната на самом деле неплохая. Да заткнись ты! Остановить его надо. Ты меня достал. А, мы отсюда пошли. Да. Да фиг его знает, куда надо идти. Я не шарю. Пойдем просто наугад. Хочу наверх. Не знаю, что здесь. Ага. Лол, она жива, она там. Линдволл. Какая-то дамочка, ее зовут Линдволл, и она жива, она еще как человек, походу. Охренеть, я хочу к ней-то хочу добраться. Я не из этих, не из Нил, я из проекта Ковчег ранней версии. Так. Здесь была душевая, ничего интересного нету. Зеркала разбиты. Блин, если она нас увидит вне костюма, она охереет, потому что мы тоже робот. Так, еще трупы. Ага, это кто у нас? Мальчик мой. Братан. Да, твой, я вернул обратно его. Как же его ломает, а? Компы все выключены, жесть. Так, здесь у нас кто? Ага, это Хилл. What the fuck did we do? Hey, try not to think about it. My whole life. I've been a good man. We messed up, Sarah. Сара Линдволл. There, there. Should have launched. Taken the chance. There's time. If Ashken says we could try again, when things calm down. You gotta do it, you know? You got to. Что здесь у нас? О! Это же Кэтрин. Он, походу, любил ее. Здесь ее, походу, все любили. Она не первая, про... ну, точнее, не первая, кто про нее говорит. Так. Здесь мы были. Здесь окей. Ай, 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 ай. А, это возле его комнаты сейчас. Пора уходить. Нет, нет, я хочу к тебе зайти, братан. Ты мне очень понравился. Блин, здесь закрыто тоже. Куда ж нам передвигаться, если он все закрыл, этот урод? Так. Ага, нашел. Отличненько. Так, комната управления, это я люблю. Так, замки. Лазарет открыли. Все, мы, в принципе, все же... А, сюда нужен пароль. Так, передача. Эпсилон, вызов. Никого. Тета. Так, давайте Фи позвоним. Омикрон. Да все сдохли уже на самом деле. Окей. Так, дверные замки я открыл. Осталось еще... 2-7... Окей. Так, статус Фи. Фи-центр. Ок, все работает. Все, зашибись. Пушка работает. Нестабильно, окей. А, сейчас будет что-то стрёмное. Причем он это сам вел. Или не убил. Я не знаю, кто-то вел, нам кто-то помогает. Но нам открыли замок. В лазаретке находится эта девушка. И
Да, вот сейчас будет что-то грязное. Она поглотит все. Так, чувствую, что он нам помогает, Росс. Он не хочет нас убить, он хочет, чтобы мы отрубили Ниву. Он пытается с нее вырваться как-то, походу. Так. Это мы видали уже хилочки. Это структура, походу, геля. А, снимки развития. Вот, она превращается в какую-то срань. Из обычной клетки она превращается в какую-то дикую хрень. Альфа, подходы, заходы. Его планшет, то, что нужно. Так, дневник. Сегодня надеялся уже быть на микроне. Приказ об эвакуации пришел с Тетты. А, был как нельзя кстати. Я уже давно искал повод уйти с Альфы и бросить Ниву. Но как только шторм прекратился, на нас напали монстры, измененные Ниву. Мы попали в засаду и вынуждены были вернуться на Тау. Выжили только Глессер, Целовский, Целковский. Целковский выжил, самое главное. Кутси и я. Оклер в лазарете, прогноз утешительный. Записи. The pattern has stopped evolving. The WoW has managed to find balance. I convinced SSE Volchek to turn off all external control systems, making the WoW our de facto caretaker. So far, it's exceeding expectations. Since the comet crashed a few days ago, January 12th, the WoW has dropped to a low energy state. It hasn't abandoned its duties. It's keeping climate and life support going. But it's been simplifying the pattern, redefining its protocol. The WoW has started to grow physically. It's not just the core chamber. All around Pathos 2, structure gel is bursting through the pipes and bleeding through walls. I don't know what WoW could possibly stand to gain from this, but I assume it is intentional. The heart of WoW has claimed such a large part of the core chamber that there can no longer be any question to its heightened awareness. Not only does its expansion suggest an unexpected understanding of space, but also its own physical manifestation within the world. The WoW is reaching out to every machine, every life form, to manipulate, to control. It's trying to help save its creators from all this, just like the protocol demands. But really, what is good enough? Ну, все, как мы, в принципе, предполагали. То есть, если бы, вообще, Ниу, типа, это совершенная система очень крутая, и этот гель, и эти роботы, все очень круто, но если бы не конец света, то есть, как бы, не было бы такой супер критической ситуации, она бы все работала как надо. Но из-за того, что вот так вот все произошло, оно работает не так, как нужно. Блин, я думал, здесь будет много чего интересного, но здесь еще ничего не казалось. Кроме дневника, который подтвердил наши ожидания. Так. Стоп. Теперь мы отправляемся прямо к этой. Прямиком. Мы открыли лазарет. И имеем право теперь туда залезть. Опа. Идемте, Саймон. Да, походу, Росс нам помогает, причем по-жесткому. Сейчас, брат. Я все отрублю. Я тебе отвечаю. Мы эту гадость перебьем. О, сейчас будет что-то дикое. Она жива. Закрыть. Охренеть. Go ahead. Make yourself at home. Это живой человек, ребята. В ней нету Ниву, то есть она просто вся подключена к системе жизнеобеспечения. Она вся высохла уже, наверное, еды ни хера нету. Are you human? Sarah Lindwall. Payload technician at your service. A rare sight, am I right? Очень редко, ты последний человек. I'd say so. You're the first normal living human I've seen. There's not many left down here. Most of them are up on the plateau. You mean at Omicron? Yeah. There's no one alive at Omicron. You've been there? I've been all over. The power plant at Upsilon. The ruins of Lambda. The abandoned Delta, Theta. You've been to Theta? There's not a lot left of Pathos 2. And, I'm the only living person you've met? You mean I'm the last living human on the planet? Охренеть. I'm sorry. Who are you again? Simon Jarrett.
Stationed out? Nowhere. I used to work in a bookshop in Toronto. Long story. Then what the hell are you doing here? I'm trying to find the Ark. Why would you? How do you know about that? I've heard it's the last hope for mankind. Damn right it is. Now what do you want with it? Take it to the gun at Phi. Launch it into space. That was the plan, all right. I've been guarding it ever since we brought it back to Tau. I just couldn't bring myself to let go. Tell you the truth, I don't have the strength to argue. And I certainly don't have the time to wait for the next sentient thing shuffling through here. Go ahead. Take it. Thank you. Can I get you anything? Anything for you? You could kill me. Good one. I still can't believe I'm the last one. It's crazy. If I knew you'd come, it would clean this place up a little bit. Да, прибралась — это очень важно, конечно же. I'm glad you came by. Good to get this over with. Все, дальше человек будет развиваться в плане роботов, как есть сейчас, создавая копии. Вид Homo sapiens себя исчерпал в новом мире. You serious about me killing you? No, I'd love to hang around here until I dry up to the size of a raisin. Simon, this fucking sucks. I don't want to live like this. Удачи. Would you stay with me, please? Я с тобой. It won't be long now. Just, please, just stay. What a crazy thing this was. Life. At least I won't have to turn 30. Hooray! Ей нету и 30, охренеть. Wish I could have died at home with my friends. You ever been to Greenland? It's very beautiful. Well, at least when you get out of the city. Nanoq is busy, and yes, there's like 12 million people trying to get around, but it's a great place. Or rather, it was a great place before the comet ended it all. You know what? I prefer it this way. I liked Pathos. Liked my colleagues. Ian, Nick, Jasper, even Catherine. People thought she was weird because she was quiet, but she was cool. Simon, you still there? I'm here, Sarah. Don't let him die, okay? Send them out there to the stars. Все. Больше не бьет сердце. Да. Black box is inactive. Probably found a way to switch it off. На, может, не просто не было черного ящика, она сама отрубила, так. Интерком, диспетчер. А, забей. Кого тут уже вызывать? Фото. Команда. Четких ребят. А Кэтрин что-то смазана. Документы. Давай, восстанавливай документы. Сейчас почитаем. Так, еда в ЧС. А подробное описание всех базовых компьютеров с миссией на Патесе 2, которые могут использоваться как пища в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Сара Линдо, последний доступ. Так, рост по накормлению. А, ну ясно. Так, коробочек, ты пойдешь со мной. И куда нам теперь идти?
Не ясно. Ну да ладно. Так, ну что ж, наверное, давайте на этом закончим, ребят. Подобрали мы ковчег, и скоро, скорее всего, будет конец. И наконец-таки встретили человека живого, но, к сожалению, последнего на планете Земля. И это жесть.